об авторе книги. Полина Сухова. Исследователь законов мироздания. Психолог-педагог, основатель и руководитель Школы парапсихологии Полины Суховой и Космоэтической академии. Предприниматель, мотивирующий спикер, блогер, гипнолог, астропсихолог, НЛП-тренер – регрессолог, проводник в прошлой жизни и в жизнь между жизнями по методикам Майкла Ньютона. Автор 12 книг и известного курса «Психологический спецназ». Моя стратегическая цель как миссионера. Моя самая заветная мечта — воплотить данные знания в систему образования, чтобы с детского сада и школы наши будущие поколения были осведомлены о закономерностях бытия и высших космоэтических правилах. Для того, чтобы человечество жило осознанно, соблюдая высшие правила, в радости, гармонии и счастье от реализации своих талантов и способностей во благо всего мира и Вселенной. Мои дорогие, всем здравия, души и тела и гармонии во все времена. С вами парапсихолог Полина Сухова, автор многочисленных книг. 13 книг в сфере помощи людям в тяжелых кризисных ситуациях. И одна из них, сейчас я ее представляю в аудиоформате, в текстовом варианте она вышла где-то год тому назад, чуть меньше, и сейчас долгожданный аудиоформат. Многие люди меня спрашивали, говорили, Полина, когда эта книга выйдет? Книга, вот этот момент настал. Книга это о том, как отпустить боль от потери близких, как отпустить самого близкого, который ушел в мир иной. Как подготовиться самому к этому переходному этапу нашему смене мерности. Как относиться вообще к смене мерности, смерти. И очень много здесь дается информация о том, что происходит с нами, когда мы уходим отсюда. Как наши близкие подают нам знаки, когда вы в горе и печали. Как с ними можно взаимодействовать. Как вообще их отпустить. Здесь целая глава, посвященная тому, тем инструментам, которые вы можете легко использовать и, соответственно, наконец-то убрать эту душераздирающую боль в своей душе. Эта книга писалась в момент пандемии. Это был 22 год, январь, как сейчас помню. И в ночь на 4 на 5 под утро мне пришло, ну, как, знаете, смс -ка от высших сил. Но это такой условный смс да, и у меня канал есть на знание, мне приходит информация. И мне как бы прямым текстом сказали, вставай, иди и пиши. Пиши книгу, Именно об ушедших, именно о том, как справиться землянам здесь с теми, кто ушел в дом души. И написана она была быстро, достаточно за полгода. Я благодарю сердечно Анечку Киселеву, редактора, которая тоже внесла очень большой вклад в помощь сознания этой книги. И эта книга сейчас очень многих спасла. И многие мне писали ребята, которые читали после прочтения этой книги, они реально отпускают. Здесь очень много рассказано, здесь 9 глав. В аудиоформате будут э, избранные главы, не все. Есть аудиоформат полный, вы можете его приобрести на моем официальном сайте. Там подарок будет еще электронная книга, э, вместе это будет. Книга писалась легко, быстро, и тут очень много примеров из жизни ребят, которые были в этот момент на моем курсе, экспресс-курсе «Психологический спецназ», и как раз тогда очень много умирало близких. И они говорили, что если бы не этот курс, они бы никогда не справились сами самостоятельно. И они как раз там описывают истории, как они справлялись, как им, что им помогало. Здесь очень много историй, реальных историй, как раз пандемию, конкретных инструментов, которые рассказывают истории, как о том, как они чувствовали своих близких, как они с ними разговаривали, как они их отпускали и отпустили. То есть это все тоже будет давать вам большую пользу для того, чтобы у вас тоже это произошло. Книга имеет очень интересную особенность. В начале книги я об этом говорю. Когда вы открываете ее, у вас, конечно же, будут вызывать чувства выходить на первый план чувства горечи, разочарования, боли, безысходности где-то, одиночества. И а, эти чувства будут оставаться в книге. Как только книга закрывается, вы тут же а, освобождаетесь от этой боли, хоть на частичку, но освобождаетесь. Имеет такое свойство, эта книга, я поставила намерение «На высшей силы, тоже работает на трансформацию, и вы, соответственно, осознанно это сделаете, поможете сами себе. А, Забирать эту боль от вас. Как только книга закрывается, там идет трансформация в то, за то время, пока вы ее еще не открываете. То есть она вот такая особенная. И это проверено, это действительно работает. Здесь удивительные собраны материалы, здесь все последовательно. Сначала я рассказываю, здесь 9 глав, я рассказываю о том, как шаблоны социума нас заставляют соблюдать те ритуалы, которые нам всем очень противны. Да, начиная от того, от этой ужасной музыки во время похорон, и вот этих церемоний всех, и поминок и прочих таких моментов. И здесь как раз рассказывается тоже очень много о том, что то ли ты идешь по шаблонам солнца, а то ли ты выбираешь звук души, и немножко по-другому ты прощаешься со своими близкими. Вторая глава посвящена жизни после расставания. То есть насколько действительно многим тяжело, к чему это приводит и а, то есть да по сути человек как бы проникается то есть его как бы понимает книга что он проходит и здесь есть конечно же рецепты рецепты как из этого состояния уходить третья глава посвящена мироустройстве души а, а вечной и безграничной о том где она живет куда она уходит что с ней происходит и очень много как раз здесь выдержек из книги, я сюда вложила э, из книги Майкла Ньютона «Путешествие души и предназначение души». Может быть, даже больше, чем обычно это делают, да? но эта глава посвящена именно мироустройству. И тут рассказывается, как душа путешествует там и как она взаимодействует с э -э теми близкими, которые остались здесь. Очень важная, нужная и полезная глава. Четвертая глава – ученые о жизни после смерти. Ой, после жизни. О переходном периоде, о клинической смерти. Многие исследования здесь как раз помещены о том, доказательства есть, что реинкарнация есть, что душа не умирает. То есть это тоже такое доказательство для тех, кто не верит как бы за огромную жизнь. Да? Или хочет удостовериться, что она есть. Здесь научные факты пятая глава – это глубинный замысел Творца, зачем с нами это происходит. Потому что многие всегда задаются вопрос: ну почему со мной это произошло, зачем это произошло со мной, это? для чего это, да? И здесь как раз вот эти на вопросы «Зачем? Почему? Глубинный замысел Творца? Что же за урок у вас через эту ситуацию происходит?» Как раз вы будете тоже вместе искать этот ответ. Главный урок. А зачем со мной это произошло? Для чего, к чему меня подталкивают высшие силы? Шестая глава – это вопрос-ответ. Это очень много там вопросов мне писали, и, соответственно, здесь очень много ответов. Как преодолеть страх смерти, самоубийства, просуицид? А, правда, что перед уходом особенно пожилые могут видеть тонкий план, общаться с душами ушедших как помочь близкому, если понятно, что уход неизбежен. То есть в момент вот прям перехода, когда он уходит туда, вы можете ему помочь, здесь есть алгоритм. Могут ли нам посылать знаки от приближающегося перехода близких? Да? Как помочь близкому, если... Так, сейчас советы от биофизика Валентина Миронова здесь тоже очень хорошие есть. Как помочь близкому в сам, в сам момент выхода души? То есть прям в этот момент тоже есть способы методики облегчения, как провожать дом души, когда ушел близкий, что делать, как подготовиться к расставанию, что делать с прахом телом, если не было там завещания, не может выполнить, не можем выполнить заветы ушедшего, Ха как хранить память об ушедшем не хочу, чтобы меня хранили с батюшкой, отпевали, это нормально. И вот спрашивают, да, и много-много вопросов мне задавали, соответственно, вот тут вот найдете очень много. Куда уходят животные, в том числе о животных тоже будет информация, обязательно читайте, потому что многие очень волнуются об этом. И глава 7, это планета Плутон, очищающий огонь. Это как раз говорится о очень серьезной планете, трансурановой, которая отвечает за переход за э, грань, за жизнь и смерть, э, за возрождение. И вот здесь именно через вот эту планету Плутон мы обучаемся принимать ситуацию. Это здесь о принятии. Вот глава посвящена принятию. И восьмая глава инструменты принятия освобождения от душевной боли. Полностью восьмая глава посвящена именно конкретным инструментам которые психологическим, парапсихологическим, из НЛП очень много, там и гипноз тоже. И это поможет вам справиться с душевной болью. Как правило, кто завершает эту книгу, здесь 8 глав, потом эпилог. Соответственно, он как бы по закрытию этой книги, она достаточно большая, но ее можно действительно читать и служить много, многократно. Человек закрывает и все. У него на душе спокойно, он отпускает своих близких. Да, кстати, здесь есть письмо ушедшему. И я, когда открывала эту книгу, я нашла свое письмо. Я тоже писала, ко мне приходила свекровь, ну, где-то, наверное, чуть меньше года. И, а, оказывается, она в астральном плане еще долго мучилась от того, что она, как душа, поняла, что она плохого сделала для меня. Она не могла уйти туда, потому что ее чувствовало вот это огромное чувство вины, стыда за то, что она сделала. И э, я, ее, я ей написала письмо и, соответственно, отпустила ее с благодарностью. И это письмо я нашла, образец, кстати, вот когда выйдет уже это видео, я уже, когда его выложу на канал YouTube, я думаю, что это письмо я тоже сфотографирую и выложу на свой канал Telegram, подписывайтесь на него, переход 5D измерений. И, соответственно, здесь это письмо, алгоритм тоже есть, вы напишите и вы увидите, как все быстро остается на свои места. Вы будете жить полноценной гармоничной жизнью, радостной, которая завещает наши близкие, которые уходят туда, мы хорошие. Еще благодарю э, чтеца этой книги. Очень хорошее прочтение. Петр Сафрушкин это оперный певец, это тренер по ораторскому мастерству, он заслуженный чтец России с премиями. И, соответственно, я очень долго искала этот голос, и мы встретились именно для того, чтобы он озвучил эту книгу. Я благодарю его за это. И Сергея Тамилина, который свел эту книгу. Это огромный труд на самом деле. Низкий поклон ему за то, что эта книга вышла. И еще Леночки мои замечательные, кто делает превью, замечательные вот эти картинки на видео, кто сама собрала это видео. И вот столько много ребят участвовали в создании этой книги. Ну и я, самый главный автор, я тоже очень рада от того, что я этим приношу большую, огромнейшую пользу для тех, кто мучается этими внутренними терзаниями и страданиями. Хорошее, приятного прослушивания. Будут вопросы, пишите. Пишите свой опыт. Это тоже очень важно для всех нас. Люблю вас. У вас все получится. Правда. А наши близкие всегда были и будут рядом с нами. Полина Сухова. Мы навсегда, не навсегда, друг с другом. Как читать книгу? Перед началом прочтения книги заведи дневник наблюдателя. Он будет помогать тебе на протяжении всей книги фиксировать свои мысли, осознания, озарения, а также знаки от твоих близких, которые ушли в дом своей души. Это нужно прежде всего тебе. Позаботься о себе, заведя красивый дневник. В книге переведены реальные истории людей, которые могут тронуть тебя до слез и всколыхнуть твои воспоминания. Если такое будет происходить, лови сигнал. Что-то в тебе еще не проработано. Могут вскрываться подсознательные блокировки, психологические травмы и ограничивающие установки, запрятанные переживания из разных периодов жизни. Твоя задача ⁇ тут же остановиться, отложить книгу и задать себе вопрос. Что меня сейчас больше зацепило? Проговори вслух и тут же запиши свои мысли в дневник представляя, что мысли и эмоции плавно перетекают с каждой буквой на бумагу. Когда выпишешь, сделай глубокий вдох и такой же выдох, выдыхая всю боль на бумагу. Потом закрой дневник, а вместе с этим в нем останутся твои эмоции. У дневника есть такая особенность. Когда он закрывается, там происходит преображение тяжелой энергии в благостную и позитивно созидающую. В следующий раз, когда ты откроешь дневник, там на энергетическом уровне все будет уже чисто, происходит самоочищение. Правда здорово? Глава первая. Прощание. По шаблонам социума или по зову души Над смертью, властвуй в жизни быстротечной. И смерть умрет, а ты прибудешь вечно. Уильям Шекспир ⁇ Как мир будет жить без меня? ⁇ Начнем с воспоминаний из нашего детства. Когда ты впервые столкнулся с мыслью и осознанием, что уйдешь из этого мира, умрешь, первые детские впечатления о переходе души часто оказываются самыми яркими и остаются такими всю жизнь. Для одних это может быть найденная мертвая птичка, а для других — потеря любимого питомца или члена семьи, чаще всего дедушки или бабушки. Расскажу свою историю. Это произошло в первом классе. Моя одноклассница и ее подруга из параллельного класса утонули. На тот момент им было по 7 лет. До сих пор помню, как всем поселкам хоронили девочек. Я стояла и смотрела на мертвые тела, и для меня это был глубокий шок. Только вчера мы вместе с ними играли, они бегали и смеялись. А теперь лежат бездыханные. Звучит траурная музыка, все плачут. Их лица жуткого цвета, фиолетовых пятнах. В то время косметический макияж еще не был распространен повсеместно. И меня впервые посетил ужас от того, что и я когда-то умру. И точно так же буду лежать в гробу. Внутри оглушительно звучал один единственный вопрос. Как мир будет жить без меня? с тобой было что-то подобное? Особенности мозга. Ничего личного. Моих одноклассниц хоронили в конце мая, когда цвела сирень. В моих руках была сирень. На их гробах лежала сирень. В воздухе витал запах сирени. Ее было так много, и она была везде. При этом ситуация была наполнена негативными эмоциями окружающих и моими личными переживаниями. В результате у меня заикарилась связка, с этого момента запах сирени устойчиво ассоциировался с похоронами и негативными эмоциями. Уже позже, когда я училась психологии и НЛП, я поняла, что это якорь. И все годы мой мозг просто воспроизводил эту связку. Сирень ⁇ это смерть. Как это было? Каждый раз при запахе сирени, цветы, духи, мне становилось плохо так как мое подсознание выдавало те же эмоции и чувства, которые я испытала в день похорон одноклассниц. Однажды в театре рядом со мной сидела женщина, чьи духи пахли сиренью. Почти два часа я буквально задыхалась, дышала в шарфик. Мне было совсем не до радости от игры актеров и сюжета. После спектакля я выбежала из театра вся измученная. Конечно, потом я сняла этот якорь, и он перестал отравлять мою жизнь. Такова особенность нашего мозга, которая получила название ⁇ Динамический стереотип ⁇ Естественный процесс якорения. Динамический стереотип ⁇ формирование новой нейронной связи между событием и чувством. Это во многом полезная и нужная вещь. Так фиксируется и накапливается информация, для того, чтобы человеку было легко и быстро вспоминать опыт. Чтобы человек не думал, когда рядом опасность например, медведь в лесу за кустом малины, а идентифицировав ее, сразу правильно реагировал. Стереотип вырабатывается в трех системах головного мозга. Рептильный мозг — фундаментальное влияние на наше поведение. Это наши рефлексы и инстинкты. Главная цель — защита нашего тела. Лимбическая система — эмоциональный мозг. Отвечает за чувства, социальные инстинкты, шаблоны поведения. Это главный генератор эмоций новая кора или неокортекс, рациональный ум, основа мышления, осознанный стереотип поведения после анализа ситуации. Именно динамический стереотип является основой образования привычек у человека. Вот так на нас воздействуют те психологические травмы, которые когда-то заякорились в нашем глубоком подсознании. Ты обязательно получишь инструмент, как с этим справиться. А пока давай повспоминаем другие ограничивающие программы, которые застряли в твоем подсознании с детства и продолжают неосознанно отравлять тебе жизнь. Запиши их в дневник. Первый шаг на пути к освобождению ⁇ осознание ранних переживаний. Постарайся понять, что служит тебе на пользу, а что нет. Когда человек начинает осознанно анализировать ситуации, связанные с уходом его близких и знакомых, вспоминать свой страх осознания конечности бытия на Земле, неожиданно для него могут произойти глубинные инсайты. Вот история, которую рассказала моя ученица. Превратила страх в эссе. Милые светлячки, Полина. Спасибо всем, что вытащили мой забытый детский страх смерти. С вами снова все прожила и превратила страх в эссе. У меня было советское детство девочки из хорошей семьи. Мама и папа, море игрушек и просто море. Прыгалки и брызгалки. И это, как ее, широкая дорога в светлое будущее. Детство, в котором категорически не было только одного — смерти. Конечно, я знала, что это. Ну так, видела издалека пару раз. Но в нашей семье о смерти не говорили. Я не помню, чтобы кто-то из близких и дорогих мне людей умирал. Боже, как я была счастлива, оказывается. Дедушки, правда, не вернулись с войны. Однако в моем детском сознании их геройская гибель и монумент воинской славы переплелись воедино с праздником Дня Победы. Веселым застольным праздником бессмертие. Ведь всем в СССР было известно, подвиг народа бессмертен. В общем, удалось мне протянуть блаженное неведение о конца жизни лет до восьми. Однако у матушки смерти были особые планы на знакомство. Однажды в груди домашних альбомов я нашла конверт, набитый фотографиями с похорон. Там нашлась фотография, от которой в крошке рассыпался мой мир детства без горя и потерь. На фото моя бабушка Надя стояла на коленях перед махоньким гробиком. В гробике лежал ребенок, похожий на куклу. Скорее всего, мальчик. А бабушка, еще молодая, но такая некрасивая в темном платке, Цеплялась за него длинными пальцами, тянула к себе. В миг я осознала, что мои близкие тоже умеют умирать. Удивилась, испугалась, потому что вдруг неизбежный, страшный вопрос острой сосулькой вонзился в мою голову: а что, если я тоже умру вот так? Поговорить с родителями про странные фотографии я не решилась, но тайком показала их бабушке соседке из квартиры рядом. Она погладила меня по голове. Иди, детка, играйся. Так бывает. Попрятай фотки на место. Я попрятала. Фото, шкаф, свой ледяной страх, глубоко в голову, под огромные капроновые банты. И на время отмахнула от себя, думая о смерти. Надо сказать, баба мила, наша одинокая соседка, была доброй, безотказной и не жадной на конфеты, а еще очень тихой. Выйдет вечером из своей квартирки, посидит молча на лавочке и уйдет незаметно домой спать. Вот она есть, а вот уже и нет. Ушла. Поэтому не сразу сообразили жильцы, что баба Мила давно не выходила на улицу. Никто так и не вспомнил, сколько дней знойного июля прошло. Зато все заметили, когда в подъезде стало странно пахнуть. Трагическая кончина добродушной соседки и запах тлена настолько впечатлили мой ум, что после ее похорон каждый вечер на меня стал накатывать животный всепоглощающий страх смерти. Не помню, сколько длилось мое помешательство, помню, что измотало оно и душу мою, и тело. В один из вечеров я решилась. Зажмурилась, свернулась в пружинку у мамы на руках и выпалила. «Мамочка, я боюсь смерти. Моя милая мама». Я слышала, она всхлипнула и часто-часто забилось ее сердце. Но материнская любовь придала ей сил. Она улыбнулась, прижала к себе, прошептала в макушку то, что выдернуло меня из небытия, вернула жажду жить. Ой, что ты, доченька, когда это еще будет? Очень-очень не скоро. Впереди у тебя миллион дней и куча интересных приключений. Знаете, чудо произошло. Нехитрые мамины слова в мгновение ока оторвали от меня страх смерти и забросили его за горизонт. Отложили на неопределенный срок неотвратимость умирания. Вот так запросто отсрочили, отодвинули конец жизни. Я огляделась. Мама была. Я была. Страха не было. У меня высохли слезы и выросли легкие крылышки за спиной. Захотелось котлета с зеленым горошком и в парк на качели. потом, много позже, когда смерть не церемонилась со мной больше, а на короткой ноге запросто являлась в дом за отцом, за бабушкой и через два месяца после нее за мамой, когда она соглашалась со всеми, кто сочувственно вздыхал у гроба подруги моей Наташки, не ведь, такая молоденькая, совершенно верно, не пожила когда я рожала сына, а она с любопытством опытного исследователя заглядывала в мои глаза. Ну как? Все еще боишься меня? Или привыкла уж? Каждый из этих моментов, в каждый, я была бесконечно благодарна любимой мамочке за то, что тогда, в далеком детстве, она нашла для меня, маленькой испуганной птички, верные, живительные слова, которые на много лет вперед сформировали мне иммунитет к смерти. Марина. Как говорить детям о переходе на родину души? Тебе рано пока думать об этом. Это будет не скоро. Не думай об этом. У тебя впереди еще целая жизнь. Такими словами, родители чаще всего успокаивают детей в матрице 3D, стараясь как можно скорее сменить тему. Да, на время это может снять вопрос но совершенно не объясняет суть перехода. Как же разговаривать с детьми, если у них появился страх смерти, с позиции истинных знаний? Как подавать информацию детям об уходе близкого с уровня 4-5-D сознания? Конечно, рассказ о переходе и смене мерности зависит от возраста ребенка. Но в любом случае нужно рассказывать малышу о мироустройстве, и чем раньше, тем лучше. Приучайте своих детей к мысли, что здесь в плотном плане мы в командировке, а наша истинная родина души ⁇ это то пространство в космосе, откуда она родом. Вот приблизительный текст. Малыш, там наверху, на небе, есть место, откуда ты пришел в плотный план. А физическое тело ⁇ наша одежда для души. Это жизнь, только миг в жизни вечной души. Мы приходим на Землю для роста и развития, укрепления силы, мужества и самостоятельности, развития талантов и способностей, чтобы обрести многогранный опыт и прочувствовать всю палитру эмоций. И когда время придет, душа, выполнив свои задачи, уходит домой. Этого момента, когда пробьет час X, никто не знает. Это может случиться в любой момент, но когда это произойдет, Нужно с радостью воспринимать этот переход, потому что возвращение домой ⁇ это самый трогательный, приятный и радостный процесс для души. Если кто-то из близких уже совершил переход, можно сказать ребенку, что папа, мама, бабушка всегда остаются с нами, даже сейчас, он, она рядом. Да, мы их не видим, но они нас видят, слышат и поддерживают. И самое главное, Нельзя горевать, нужно радоваться тому, что он или она ушли домой. Их очень расстраивает наша печаль. Они хотят видеть нас счастливыми, чтобы мы продолжали жизнь в полном объеме и радовались каждой минуте. Ты можешь разговаривать с ушедшим и даже просить у него помощи, но нельзя горевать по нему, потому что для него самое тяжелое ⁇ видеть нас убитыми страданиями. В то же время важно показывать пример ребенку своим адекватным поведением. Иначе у него будет диссонанс. Взрослые говорят одно, а делают другое. И, конечно, таким родителям будет меньше веры. Для начала нужно самим научиться правильно воспринимать уход близких, и книга в этом тебе поможет. Совсем лишнее бояться говорить с детьми взрослыми словами. Современные дети очень мудрые, они все поймут. Особенно если ты сам будешь внутренне уверен в том, что говоришь. Также ты можешь придумать свой рассказ о переходе души, прочитав данную книгу. Просто сядь и напиши своими словами, а перед этим попроси помощи у своих духовных наставников или ушедшего. И тебе, как под диктовку, придут нужные фразы и слова. Перед разговором с ребенком потренируйся перед зеркалом несколько раз, а потом успокой малыша, да и себя потому что рассказывая и убеждая другого, убеждаешь себя. Есть такая аксиома. Чем больше объясняешь другим, тем быстрее сам понимаешь и принимаешь глубинный замысел Творца. Так положено. Или прощание по шаблонам социума. Вспомним эти жуткие ритуалы похорон, которые заикарились в детстве и продолжают отравлять жизнь поколениям людей. Никто не знает, почему и когда возникли эти обряды, но все их продолжают выполнять, даже не задумываясь над их смыслом. Соблюдение установившихся ритуальных действий издавна считалось важным для судеб душ в загробном мире, следовательно, моральной обязанностью родственников по отношению к ушедшему. Выполнение этой обязанности веками контролировалось общественным мнением, а также убеждением, что душа ушедшего, может наказать родственников, если что-то будет сделано не так. В моем поселке было принято привозить гробы к подъезду. И я их видела стабильно несколько раз в месяц. Такая практика до сих пор сохранилась в сельской местности и небольших городах. Это в мегаполисах обычно из больницы сразу везут на кладбище. До сих пор помню, как я очень боялась наступать на еловые ветки, которые раскидывали, когда увозили гроб на кладбище жуткая похоронная музыка потом днями преследовала меня в моей голове. И даже когда я первый раз столкнулась с потерей близкого в своей семье, мой отец ушел в возрасте 43 лет, когда мне было 14. Для меня это тоже был очередной шок. Я боялась подходить к остывшему телу моего отца, не то чтобы поцеловать его в лоб, как делали окружающие. Я не понимала смысла этого ритуала. Зачем? Целовать нужно было при жизни, когда ласки и внимания так не хватало живому человеку. Разве ему это сейчас нужно? А вам это нужно? А главное, приятно? Но нет. Люди это делают, ведь так положено. Кому положено? Кем положено? Впоследствии психологические травмы якоря стали работать в постоянном режиме. Я очень долго боялась находиться в комнате, в которой лежал отец несколько дней. А как я не взлюбила поминки, кутью, которую тебя заставляли есть, пить компоты, кисель, традиционные блины. И вообще я не понимала, как можно есть, когда твой близкий ушел. Взрослые мне отвечали стандартной фразой. Так принято, не нами заведено. Это возмущало меня до глубины души. Кто это придумал? Почему именно так, а не иначе? Кто сказал, что именно так правильно, особенно если это приводит к душевной дисгармонии и тотальному страху. Складывается ощущение, что все в наших традициях призвано демонстрировать и подчеркивать трагизм ситуации и усиливать горе и душевную боль людей. Выброс негативной энергии в виде боли и страданий был очень выгоден для матрицы 3D и тех сущностей, которые питаются негативной энергией. Для этого привлекались все инструменты, в том числе музыка, которая способна оказывать сильнейшее влияние на психику человека. А это жуткое поверье, что нужно обязательно подержаться за часть трупа для того, чтобы перестать бояться покойников. До сих пор вспоминаю случай из своей практики со студенткой на моем курсе НЛП. Ее родственники заставляли подержаться за ноги усопшего дедушки. Она очень боялась мертвых. И ее силком поволокли к гробу, она сильно сопротивлялась. В итоге девочка споткнулась и влетела в гроб головой. Это был такой переполох. В ее сторону посыпалось столько упреков, что до 45 лет она носила в себе глубокую травму. Чувство вины, переплетенное со страхом. Ее постоянно преследовали эти сюжеты во снах, а в реальности ей казалось, что ее преследуют мертвецы. И только на моем мастер-классе курса НЛП ее отпустила. Мы перекроили эту ситуацию, сделали из нее смешную комедию. Теперь она смеется, вспоминая этот отрывок жизни. И, конечно, перестала бояться физических тел без души. Вспомни свои истории из жизни. Было ли в твоей жизни подобное? Если да, если до сих пор у тебя возникают эти неприятные чувства, сделай выводы. Проработай осознанно и перестань допускать подобные ошибки, как наши близкие. Большая благодарность моей маме, что она меня не заставляла выполнять глупые ритуалы, как это принято очень часто в наших традициях. Она меня уберегла от многих якорей, психологических травм, которые могли остаться в моей психике и в активном состоянии, вызывая животный страх перехода. Ты тоже можешь сохранить психическое здоровье своих детей и сформировать у них правильное отношение к переходу души. На самом деле душе уже не важно, что происходит с ее аватаром, который лишь помог ей воплотиться в очередной жизни. Но вот душевное состояние близких очень важно для уходящей души. А потому прощание должно проходить в спокойной обстановке, в атмосфере принятия выбора души. Вот история. Которую рассказала моя ученица. Смерть учит прощаться. Когда кто-то умирает, подумайте, что новое появляется в вашей жизни. Когда про бабушку умерла, я написала этот рассказ. Так меня впечатлило увиденное: Душам приходится уходить и чаще всего неожиданно. Смерть неожиданна, в этом ее прелесть и шарм, ее неизбежность. Нет ничего более определенного в нашей жизни, чем смерть. 17 марта 2009 года умерла моя прабабушка. Это была первая смерть в моей жизни, которую я не наблюдала, а участвовала в похоронном процессе. Наблюдателям быть проще. Быть может, не коснется тебя. Ты отойдешь и посмотришь со стороны. Ведь это не твоя жизнь, не твоя семья. Ничто так не травмирует человека, как тяжелая затяжная болезнь. Это и произошло. Наряду со старостью, хроническими болезнями, потеря слуха, слепота одного глаза и полуслепота другого, появился и бронхит в тяжелой форме с высокой температурой, которую не удавалось сбить в течение четырех дней. На пятый прабабушка умерла. Когда я вошла на третий день со дня смерти в комнату с мертвым человеком, я увидела то, чего ожидала меньше всего. Увидела абсолютную неподвижность, тяжесть. Тело казалось неподъемным и очень тяжелым. И покой. Такого спокойствия я не чувствовала никогда. Настоящий, ненаигранный покой. Как будто все страхи, проблемы исчезли. И я смотрела только на тело, у которого не осталось никаких эмоций. Я стояла и смотрела. Удивительно, я всю жизнь боялась, что смерть вызовет внутри меня страх, отвращение, боль. Но этого не было. Как если бы другой человек ждал этой смерти и дождавшись ее тихо ушел. Я чувствовала это, и мне передавалось именно оно — спокойствие. Бабушка сказала, чтобы я поцеловала прабабушку в лобик. Меня это смутило. Зачем целовать неживого человека? Гроб с телом вынесли на улицу. Светило солнце, и было тепло на душе. Близкие люди рядом. Они отвезут прабабушку на кладбище, а я останусь здесь, дома, и завершу дела. Я прикоснулась рукой к платочку на голове прабабушки, провела по нему рукой. Холодно и вместе с тем хорошо. Вся боль жизни, переживания прабабушки ушли с ее душой. Работники похоронной службы обратились к тем, кто не ехал на кладбище. Велели попрощаться, а я не могла понять, как можно прощаться с телом, когда души рядом нет. Ее не было так же и в квартире, где прабабушка умерла. Наверное, ей незачем было оставаться. Прощаться? Прощаться можно с тем, чего больше не будет. Радостной улыбки, доброго взгляда, теплых объятий, щедрости и заботы. А тело? Всего лишь тело, несущее в себе частицу любви, милосердия, дружелюбия, когда в нем живет душа. Попрощаться? Значит, отпустить от себя кого-то, потому что он уже сделал свой выбор. И так же, как и любой из нас решает, как ему поступить, куда пойти и с кем разделить этот день, так и душа человека приходит, здороваясь, и уходит, прощаясь, оставляя о себе память предков, память огромной мировой души. Анастасия. Светлая память. Помню, как сейчас поминки отца. Там сидели мои подруги, и на протяжении всех поминок нас раздирал смех, мы не могли остановиться. Взрослые на нас шикали и смотрели косо. Но мы, особенно я, очень сильно смеялись и ничего с собой не могли поделать. Только позже я поняла, что это было. Во-первых, это естественная, здоровая реакция тела. Когда очень много страданий, связанных с инстинктом выживания, страхом, то смех ⁇ это защитная реакция здорового организма. Происходит разрядка психики. Во-вторых, мое подсознание, зная о моей сегодняшней миссии, диктовало мне правильную реакцию поведения. Именно так, в радости, веселье и позитиве, и даже с танцами будут в будущем провожать душу человека на истинную Родину. Поминки. Пришли уж все. Сидят, едят и пьют, а между делом о себе лишь говорят. Кто у него родился, кто женился, куда внук-правнук поступил. Об умершем тогда вспоминают, когда стаканы поднимают. В недоумении говорю, давайте вспомним добрым словом, не пустяковым, а здоровым, ушедшего от нас. Вы отыщите в памяти все частности и расскажите без усталости, кому и чем помог, к кому-то добрым был, кому лишь улыбался, но были те, с кем он делился, кому-то даровал ночлег, кому-то стол он накрывал, кого-то отпевал. Он жизнь свою так проживал. Живое обсуждение прекратилось. Действительно, да что же я? Когда мне было нужно, помог он мне, друзья. Со мной уловом поделился, а мне поддержку словом дал, а обо мне молился. И каждый что-то вспоминал, тот миг перепроживал, и умерший, как будто, зазвучал. На сердце развивалась радость. Он мне спасибо говорил тогда. Давайте же на поминках не будем свинкой, а станем лишь песчинкой в замысле добра. Вот истории, рассказанные моими ученицами. Уход человека — это освобождение. Когда я была подростком, и мне приходилось присутствовать на похоронах, видя, как все плачут и скорбят, я тоже пыталась сделать грустное лицо. Но оно начинало улыбаться, и мне за себя было неловко, что я несерьезная. С годами поняла, что это не так, что уход человека ⁇ это освобождение. Для самого человека это понятно. Он отмучился, он освободился, ему уже не больно, ему хорошо. Так было с моей свекровью. Она очень долго мучилась невыносимыми головными болями. Почти 45 лет. Когда она перешла в мир иной, то я благодарила Господа, что Он освободил ее от этих страданий. Она даже внешне изменилась, когда лежала в гробу. Помолодела, и лицо было спокойно и улыбалось. И много еще было уходов родных, но к смерти или переходу я отношусь как к освобождению души. Ксения. Все мы связаны друг с другом на тонком плане. Мой папа умер осенью, но для себя я поняла две вещи. Мы страдаем, потому что недолюбили этого человека. А вторая, основная причина ⁇ мы жалеем себя. Это нам плохо, не тому, кто ушел. А ведь ему не нужны наши грусть, печаль, рыдание, сожаление. Все мы связаны друг с другом на тонком плане и потому намного лучше дать нашим любимым эмоции радости. Именно с этим и надо работать, храня в памяти благодарность и любовь к тому, кто уже не с нами. Мой мир перевернулся в тот момент, когда я узнала, как проходят похороны в какой-то индуистской стране. На похоронах они все в белом, радуются, танцуют и песни поют. А у меня была картинка мира только о страданиях. Как так? Что не все в такие моменты страдают. Так что это еще и вопрос разного отношения к ситуации. Безусловно, легче говорить, другое дело пройти лично. Но духовные знания и правильное отношение помогут пройти через это намного легче. Елена. Проводы как праздник. Традиции разных народов. Ни у одного народа. Вера в бессмертие не была так сильна, как у кельтов. У них можно было занимать деньги с тем, что возвратишь их в ином мире. Генрих Гейне. Елена Блаватская писала. В какую эпоху пробуждающийся интеллект человека впервые принял идею о загробной жизни, сказать не может никто. Но мы все же знаем, что с самого начала она пустила столь глубокие корни и так опутала человеческие инстинкты, что вера в нее жила во всех поколениях и запечатлелась в сознании каждой нации и каждого племени цивилизованного, полуцивилизованного или варварского. В некоторых племенах и народах до сих пор сохранились традиции радоваться переходу души в ее естественное состояние энергоинформационное существо. Уход человека воспринимается как его освобождение, возвращение домой, а потому этот переход сопровождается радостью. Африканцы считают, что смерть — это радость. В Гане местные жители считают, что душа человека отправляется в лучший мир, а потому ее нужно достойно проводить. Для этого на похороны приглашаются музыканты, танцоры, зачастую на похоронах играют известные хиты. Нередко даже носильщики гроба начинают танцевать, не опуская при этом своей ноши. Сам гроб делают причудливой формы в виде рыбы, курицы, телефона или швейной машинки. Таким образом, семья хочет показать увлечение умершего или то, чем он занимался всю жизнь. Последователи индуизма и буддизма верят в реинкарнацию, а потому видят в смерти человека не конец его существования, а начало новой возможно, лучшей жизни. С точки зрения местных жителей острова Бали в Индонезии, жизнь — это не естественное состояние, а смерть — это освобождение души и возвращение ее к природе. По этой причине на балийских похоронах не принято плакать и выражать скорбь. Чем они будут радостнее, тем счастливее окажется доля бессмертной души в ее новой жизни. Похороны сопровождаются песнями, танцами и обильными угощениями. Часть угощений сжигается вместе с усопшим, как прощальный дар. В мусульманских странах на похоронах запрещено громко плакать, причитать и включать траурную музыку, чтобы умирающий мог сосредоточиться на своем последнем испытании и не горевало мирском. Поэтому сердобольных женщин могут не подпустить к телу или вообще вывести из дома. Для новозеландского народа Маори смерть человека не означает конец жизни. Его душа просто переходит в иной мир, продолжая наблюдать за родственниками и опосредованно участвовать в их жизни. Поэтому убиваться по покойному не принято. Проведя первый день после утраты в слезах, на следующий день здесь принимается за подготовку поминального праздника. Проходит церемония в доме собраний племени. Ее можно легко перепутать со свадьбой или днем рождения. Участники рассказывают друг другу смешные истории из жизни умершего, шутят и веселятся. Более того, если похороны совпадают с другим важным мероприятием, ничьи планы это не расстраивает, церемонии просто совмещают. Считается, что дух усопшего с остальными предками празднуют в это время вместе с живыми. В Тибете тело человека не является сакральным, жители считают, что это лишь оболочка, удерживающая душу. А потому некоторые буддисты отдают тела умерших на съедение птицам. Но просто бросить мертвого человека в поле нельзя. Таким погребением занимается специальный человек. На рассвете он привозит умершего на горное плато, где собираются зрители. Затем делает на его теле надрезы, чтобы грифом было проще его клевать. Когда птицы оставляют от тела только кости, останки рубят топором, чтобы от человека ничего не осталось. Считается, что только после этого душа может переродиться. Некоторые семьи даже не приглашают специалиста по погребению, а просто сбрасывают тело с крутых скал. Отношение к похоронам меняется. Интересно, что и в цивилизованных странах постепенно меняется отношение к этому событию. Так, по данным Cooperative Funeral Care, в Британии кардинально изменилось отношение к похоронам. Траур по усопшему все больше заменяют чествованием его жизни. Почему так? Возможно, смерть — единственная неотъемлемая составляющая жизни, но и она претерпевает изменения. Теперь это время для радости. Гости на британских похоронах Уделяют больше внимания приятным воспоминаниям о покойном, его достижениях, близких людях и даже о любимых песнях. Такие церемонии называют праздником жизни. Здесь царит не мрачное или заупокойное настроение, а скорее праздничное и радостное. Гостей просят не приходить в Черном. Скорее всего, вы услышите песню Всегда смотри на светлую сторону жизни Монти Пайтон более популярную на британских похоронах, чем «Реквием Верди», согласно исследованию 2014 года. Согласно опросу организации ICM, в котором участвовали 2000 респондентов, 54% хотели бы, чтобы их похороны были праздником жизни. Примерно 48% участников выразили желание, чтобы на церемонии рассказали бы об их хобби, любимых цветах, футбольных командах или музыкальных произведениях. Крематории, где проходят почти три четверти британских похорон, почти всегда оборудованы аудиовизуальными системами, позволяющими проигрывать видеоклипы. В интернете есть тысячи страниц, посвященных планированию такого праздника жизни, в котором главную роль играют воспоминания о покойном и символичные для него вещи мое завещание. Кто знает, что, умирая, он не уничтожается, вечен. Лао Цзи. Я лично завещала своим близким проводить мой бренный прах, любимый скафандр из моей временной командировки, с большим размахом радости. Ведь я возвращаюсь в свой истинный дом, и я с большим счастьем встречу этот момент жизни своей души. Я попросила своих близких сжечь и развеять пепел в том месте, где захочу. А если развеять не удастся именно там, то и ладно. Для моей души будет уже все равно. Для меня момент перехода будет очень значим. В то же время торопить его лишнее. На планете Земля для меня есть еще много планов, целей и спецзаданий свыше. Но когда настанет этот час, я буду готова переключиться на другое измерение с большой благостью в душе. Так будут думать в будущем многие люди. Если ты уже на этой волне, поздравляю. У тебя уровень измерения сознания 5D. Душа возвращается домой. Если смотреть на уход близкого, дорогого человека с позиции тела, отождествляя себя с телом и сознанием текущего воплощения, то начинаешь тонуть в целой гамме земных чувств и эмоций, растерянность, неверие в то, что это случилось, боль, разрывающая в клочья, вина, леденящая пустота. Кому-то эго подкидывает даже обиду. Но если посмотреть с позиции духа, души, то видится совсем иначе. Все мы приходим в этот мир на время нам отведенное, нами заслуженное в этом или прошлом воплощении. И зачастую нам не дано знать, зачем и как надолго пришла душа в этот мир. Конечно, есть наше желание, чтобы дорогие нам люди были с нами подольше, прошли совместно большую часть пути. Но это наше желание, наш комфорт. Возможно, ушедшие уже выполнили задачи этого воплощения и могут двигаться дальше. Возможно, кто-то ушел от своего пути и не сможет на него вернуться. А кто-то устал бороться и где-то внутри никому не сказав, решил перестать идти. И это его выбор. Близким остается только принимать и уважать его волю. Нужно отпустить душу, покинувшую плотный мир, проводить ее с огромной любовью и прощением. И если смотреть на непоправимое приблизительно так, то боль сменяет тихая светлая грусть. Отчаяние ⁇ вера в то, что дорогая нам душа возвращается домой, а добрая память и любовь соединяют сквозь пространство. Мы остаемся рядом. Сильвер. И хотя сегодня еще достаточно присутствуют атовизмы и шаблоны матрицы 3D, в будущем многие похоронные обряды и ритуалы уйдут. Это мнимые долг и дань, которые нам навязали из махрового прошлого. Больше они нужны тем, кто остался. Обычно в этой ситуации есть внутреннее желание сделать что-то для ушедшего в последний раз. Но как это делать, человек сам не знает а доверяется опыту предков. А это уже далеко позавчерашний день, ведь все эти земные ритуалы уже мало интересуют душу, ушедшего с плотного плана. Мы будем учиться по-другому относиться к уходу близких. В каждый дом придут новые знания о мироустройстве и понимание, как и что делать, в эти непростые дни проводов души на ее родину. Глава 2. Жизнь после расставания. Почему расставаться так тяжело? На это есть много причин: энергетических, эмоциональных, психологических, физиологических. Чувства привязанности и потери являются первичными и инстинктивными. Младенцы очень зависят от своей привязанности, ведь благодаря ей они выживают состояние одиночества, а значит беззащитности, подсознательно давит на человека. Обычно маленькие дети сильно привязаны к матери и горестно плачут, когда их разлучают. Даже если это временная или воображаемая разлука, возникшее чувство может быть поистине опустошительным. Чувство утраты приводит в действие шаблонные модели поведения значительно сильнее, чем какое-либо другое чувство. Эти модели не исчезают, даже когда детство осталось далеко позади. Вместе со способом поведения и чувствами, которые развиваются с годами, взрослые люди продолжают испытывать те же чувства и вести себя так же, как в детстве. Поэтому очень часто при уходе близких мы плачем, жалея себя, ведь именно нам предстоит научиться жить по-новому. А им в доме души очень хорошо. Это нам без них плохо. Вот история, которую рассказала моя ученица. Полина Сухова.